Здравствуйте! В этом видео я бы хотела вам показать свои новинки декоративной косметики. Это палетка для скульптурирования от Smashbox, которая идет в комплекте с кисточкой. Это новый блеск для губ Кушон от Lancôme. И это матирующие салфетки от Shiseido. Так, первый пункт – это палетка для скульптурирования от марки Smashbox. Это американская марка. Палетка очень аккуратненькая, черного цвета. Обратная сторона – палетка для контурирования, в которой мы имеем оттенок для контуринга, бронзатор и хайлайтер. Она состоит, она очень узенькая, очень тоненькая, ее очень удобно брать с собой и класть в сумочку. Палетка, как я уже сказала, состоит из трех оттенков. Вот этот вот практически идеальный оттенок тени, который мы наносим под скулу. Это у нас бронзатор универсальный и хайлайтер. Все три оттенка матовые, даже бронзатор и хайлайтер имеют очень-очень-очень мелкие светоотражающие частички и никакого ярко выраженного блеска на вашей коже не будет. Также в комплекте с палеткой идет вот такая вот кисточка от Smashbox. Скошенная, очень приятная для того, чтобы, собственно, и делать контуринг. И вот такая вот небольшая инструкция. В данной инструкции шаг за шагом показано, как скорректировать ваше лицо в зависимости от его формы. На какие зоны необходимо наносить контур, на какие бронзатор, а на какие хайлайтер, чтобы добиться идеального овальной формы лица. Палетку купила недавно, присматривалась к ней давно, попробовала, и она мне очень-очень нравится. Оттенки действительно универсальные, растушевываются очень-очень приятно, и та кисточка в комплекте тоже приятно и приятно радует. Пункт, о котором бы хотелось рассказать, это вот такой вот блеск Кушон от марки Lancôme. Как уже, наверное, многие знают, последние 2 года креативным директором марки Lancôme является Лиза Элдридж. Это очень известный английский бьюти-блогер, который рассказывает про мейкап. Это визажист с мировым именем. И, собственно, с ее подачи в Lancôme появилась тональная основа Кушон. И вот в этом сезоне появились блески для губ Кушоны. Я для себя выбрала оттенок Wonder Melon 352. Он вот такой вот красненький, очень веселый. На территории Российской Федерации, к сожалению, данных блесков еще пока нет, так как они проходят сертификацию и в магазинах они должны появиться только в начале июня, но в пространстве Duty Free и в Европе, и в Америке данные блески уже давно вышли и очень-очень достойны вашего внимания. Что такое блеск Кушон? Это вот такая вот откручивающаяся крышечка с вот таким вот кончиком, с помощью которого наносится пигмент на ваши губы. И, в принципе, даже можно аккуратненько его нанести на ваши щеки. Причем покрытие будет прозрачное, покрытие будет легкое. Если вы будете размазывать данным кушоном средство по вашим губам, если вы будете притамповывать, то покрытие будет более плотное. Также интересно то, что сам блеск, он на масляной основе, он очень питательный, он очень активно ухаживает за вашими губами. И с масляной основой смешивается пигмент, который, собственно, и дает тот эффект, которым уникален данный блеск для губ. Аппликатор Кушон очень-очень приятный, очень-очень мягкий. Вот он на моей руке сейчас свотч оттенка Wonder Melon. Очень такой вот приятный, розовенький, легенький блеск для губ. Питательный, действительно, на очень жирной основе, который не только придает цвет вашим губам, но и который очень-очень активно ухаживает за кожей ваших губ. Также данный блеск имеет очень-очень приятный арбузный запах. Его прям-таки хочется съесть. Третья позиция, о которой бы хотелось рассказать, это не совсем новинка, потому что это мои любимые матирующие салфетки от японской марки Shiseido, которыми я пользуюсь уже очень-очень давно и возвращаюсь к ним опять-опять. И пока не нашла им достойной замены. Они вот в таком вот очень приятном тоненьком футлярчике. Вот они, салфеточки, вы по одной их достаете. Этот футлярчик очень удобно убирается в сумочку. Каждая салфетка покрыта тончайшей матирующей пудрой. И несмотря на то, что цена подобных салфеток достаточно немаленькая, они стоят около 19 евро, салфеток в одной упаковке очень много. И по своим действиям они, правда, очень-очень хороши. Не одни матирующие салфетки, поверьте мне, не матируют так хорошо, как это делают салфетки от марки Shiseido. Спасибо большое, что остаетесь со мной. В ближайшее время я обещаю снять серию видео про мою коллекцию декоративной косметики.
Если вам нравится, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.